Новый кубок, кубок федерации. Это что-то новенькое. Поехали. Кубок федерации. О, пустыня. Пустыньку я люблю. Ой-о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 й
крутой. О, бензинчик. Главное для меня это бензин. Потому что без бензина ни туда и ни сюда. Если взяли. Так, прыгаем аккуратно. Опа, давай. Едем. Как бы вот этот, как бы я здесь ни разу, Кубок Федерации ни разу не ездил, поэтому не знаю. Все, первая позиция, отлично. Опа, все, едем. Ух ты, какой подъем. Так, мне главное канистру взять. Вот у нас канистра. Ах, эти будут нам мешать, да? Ёлки-палки. Все, чувак, куда там убежал-то, а, далеко? Я тоже так умею, слушай. Как ты. Ах, опять кактусы, ребята. Аккуратненько спускаемся. А, видишь, это не доехал. Это отступнулся. Ну, трасса вроде бы большая, длинная. Достаточно-таки длинная трасса. Вот, идеальный старт. Так, канистра, где канистра? Ой-ой-ой-ой, а чё ты переворачиваться стал? Первое место? Ой, классно, классно. Кубок претендентов. Ладно, поехали. Кубок претендентов, так кубок претендентов. Так, претенденты все на месте. Ну, поехали, претенденты. Претенденты на победу, на первое место, да? Тикс. Ух ты, башкой не стукнулся. Ой-ой-ой, да как так? Ну как я так стукнулся-то? Ну ё-моё. Да, четвертое место у меня. Мне нужно здесь занять первое место, ребята. Иначе как мне новую тачку-то открыть? Вон бензинчик заберем сейчас. Есть. Опля, аккуратно. Вот, и второй бензинчик забираем. А вот и финиш. Первое место. Так, итого у нас второе пока. Здесь, если мы первое займем, то мы получим первое место. А если не первое, то второе. Так, не спешим. А теперь спешим. Отрываемся. Стараемся оторваться. Подальше. Опа. Плохо, что ты не знаешь, когда там трасса закончится. Есть. Ой, спасибо. Так, ну что мы получаем? Первое место получаем. Путешествуйте в космосе и осваивайте неизвестную территорию Луны. Один билет дает вам один шанс проехать как можно дальше. Ну давай поедем на багги. На багги нашем. Поехали. Так, сколько мы здесь проедем, неизвестно. Но звездочек там и, ребятушки, немножечко да заработаем. Кстати, здесь можно попробовать там перевернуться. В каком-нибудь наверхотуре. О! Бонусы. А, здесь успеем? Да не успеем. Что-то я боюсь пробовать делать кувырок пока что. Интересно сейчас, сколько мы вообще проедем здесь. Багги-то у меня прикольная тачка. Вот, побьем мы свой рекорд или нет? Опля! Ах ты, ё-моё! Нет! Ух, чуть не разбился. Опа, аккуратно.
Так, надо бензинчик срочно. Так, 60 метров до бензина. О! Да ё-моё, я не успел взять бензин. Да. Бензинчик кончится у меня, и все. И мы еще и разбились. Ладно, 666 звезд заработали. Так, а сколько у меня билетов вообще? У меня есть еще билеты, да? Давай тогда улучшим мотор и улучшим сцепление максимально. И защитку сделаем. Да. Третий уровень защиты головы. Так, 45 мы сделали. 45, а нам нужно до следующего 106, аж нифига. Давай здесь поставим какой-нибудь не вот этот, а, например, вот этот. Подпрыгните в воздухе. Угу. Давайте посмотрим, не знаю, пригодится, нет? Прыгалка эта мне. Не знаю. Подпрыгните в воздухе. А в воздухе она работает? Нет. Ей же нужно отталкиваться от чего-то, да? То фигня какая-то, прыгалка. Не знаю, куда ее можно использовать, эту прыгалку. Вообще без понятия. Такс. 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 Все. Теперь главное не спешить. В тех местах, где мы не смогли забрать бензин. Да, взлетает офигенно. Взлетает. Прыгалочка эта. Пригодится эта прыгалка мне или нет? Вообще без понятия. О! Нет, фух. Фух, голова цела. Голова цела. Все-таки защитная вот эта штука пригождается. Так, смотри, вот в этом месте, да, в этом месте я не смог ничего взять. А, я-то сейчас взял. Бензинчик. Хорошо, хорошо. Поехали. Здесь мы проедем. Вот немножко, но проедем. Так, вот у нас бензинчик надо. Сейчас возьмем. Отлично. Да, баги там улучшили. Двигатель. Ух ты, а я здесь не был. А может быть и был, не помню, не могу сказать. Интересно, здесь же карта, она открывается по мере прохождения. Какие-то новые интересные локации нам разработчики нарисовали здесь. О! Так, 1200. Вот это хорошо прям. Значит, я до сюда не доезжал на машинках. О! Нифига себе. Прыжочек. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Защитка разлетелась. Защитка разлетелась. Ладно, сломалась. Теперь голова у меня открытая. Бензин закончился. Ёлки-палки. Реально закончился бензин. Так-то у меня прыгалка есть. Не знаю, пригодится прыгалка или нет. Ох, отлично, как отлично. Вот, наконец-то я сделал сальто. И за сальто мне дали 10 монет. Ты понял? Как много. Я ж вообще разбогатею теперь. С 10 монетами-то. За сальто могли бы дать и 100 монет. Почему бы и нет? Все бы только это, сальто бы и крутили. Нифига себе, я здесь опять 1000 звезд сделал. Волшебство. Чудеса. Чудеса, ребята, чудеса в решете. О! Давай-давай-давай, едем-едем-едем. Опа, стукаемся. Ничего страшного. О! Поднимаемся. Так, бензинчик скоро закончится. Где еще у нас здесь где-то канистра должна быть? Канистрочка. Так, аккуратненько спускаемся вниз. Так, вижу, скоро будет канистра. Ага, вот она, канистра. Забрали. Фига, 1300 монет. Ой, не монет, а звезд. О, 1500 уже дают. 1500. Ох ты, а тут подъем-то какой крутой. Какой крутой подъем.
Попробуем его удалить. Есть. Хорошо, что здесь гравитация. Антигравитация даже, так сказать. Так, а здесь нужно аккуратненько нам проехать вниз. Не стукнуться головой. О! Так, опять вонючий бензин заканчивается. Да что ты будешь делать? Ой-о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 й
Да, давай посмотрим, сколько вообще звезд нам добавили. 45 тысяч звезд. Осталось всего лишь 5 тысяч, и мы с вами, ребята, и откроем карту под названием «Зима». Угу. Нафига еще проезжать надо? Так, 2800, 2300. Давай выберем вот здесь машинку, вот эту. Где она у меня? Вот эта вот. И на ней поедем. Поехали. Вот. Так, ну, 2200 метров надо проехать. Много, я считаю. Чтобы побить свой рекорд. Да, этой машинке можно еще движок улучшить. Угу. Не помешает. Да, и колеса. Ой, да много чего можно улучшать. Главное, деньги. Ой, а что я разбился-то? Ё-моё.